Ну вот, соответственно, вот она, крыша, которая течет. Угу. Вот она. То есть вот они опять, они подтеки. Вот как ночью был дождь, вот не свежие желтые подтеки. Вот они, как ночью шел дождик. То есть, соответственно, опять мы никому не нужны. Угу. Вот просто единственное, реально хочется, чтобы хотя бы хоть как-то обратили внимание на нашу семью. Капитальный ремонт в доме номер 61, квартира 2 по улице Зои Космодемьянской сделали вместо того, чтобы расселить из ветхого жилья многодетную семью. Тем временем в очередь на улучшение жилищных условий женщина встала уже очень давно. Вообще я как многодетная мама стою с 2010 года на очереди на улучшение жилищных условий, то есть на расширение. Ну вот так у нас правительство решило, что лучше наделать тяп-ляп, чем выделить квартиру многодетной маме. Вот. Очередь никак не сокращается, и даже после пожара, случившегося 2 года назад, компетентные структуры решили, что улучшить жилищные условия семьи можно, сделав ремонт, а не расселив в другое жилье. Но капитальный ремонт лишь осложнил условия проживания этой большой семьи. Ни капитального ремонта нет, ни косметического ремонта нет, ремонта нет никакого. Все проваливается. Косметический ремонт выполнен полностью за мой счет, то есть сами своими средствами мы его выполняли. Сейчас дети вынуждены жить в таких ужасных условиях. После капитального ремонта выделены, которые средства были городом. На мои просьбы, на меня просто гоняют по порочному кругу. Пишите заявление. Пишу, приходят одни отписки, приходят одни ответы, что капитальный ремонт выполнен по всем нормам. Буквально на днях в доме произошло короткое замыкание, но устранять неполадки пришлось самостоятельно. Вчера произошло замыкание. Я вызвала электросеть. Приехала электросеть, сказала, что ток идет к дому, а внутренние уже ищите сами. То есть либо нанимайте, они мне посоветовали обратиться в ЖЭУ, но наши дома ни к какому ЖЭУ не относятся. То же самое с газовым оборудованием. Мало того, что валяется расширительный бачок, который должен быть прикреплен к стене, газовое оборудование, вот это вот АГВ, оно на данный момент не работает. Почему оно стало гаснуть, вообще неизвестно что, и самовольно, соответственно, оно подключено. То есть, что АГВ, что газовая плита, все подключено самовольно. Вот он счетчик опять же стоит. Должен быть отдельный распаечный блок. Тоже ничего нету. Вчера даже, когда шло замыкание на крыше, ни одна из этих кнопочек не выключилось. Вот и выходит, что рассчитывать остается только на органы прокуратуры, куда и решила обратиться пятидетная мать, не найдя поддержки государства. Чем закончится эта история, мы продолжим следить далее.